первой фазе не должно быть смертей вообще. Не дохнул ни разу. А, можно вопрос? А почему нужно уходить на 1 секунду от Феникса? Ну, когда он делает каст. Смысле? Ну, каст... Не, мне вот написали то, что когда Феникс кастует, на 1 секунде ты выходишь. Не на 1 секунде, а за... до конца каста, ну, за 0.1. Ну, до конца, за секунду, да, до каста. Ты триггеришь перо наперед. Типа перо летит. Не может быть такого. Как каст прошел, и оно выбирает то место, где ты стоишь. Если ты бежишь раньше... Такого, когда он кастует, начинает кастовать на половину каста, ты уже выходишь, он уже каст летит туда, куда уже ты стоял до этого. Пизду. Бесполезно тебе, наверное, что-то объяснять. Блять, это же надо как румынскому разведчику объяснять. Тебе надо объяснить, в чем проблема. Вот еще раз проверим. Вот, вот, давай объясню. Вот стоит кружок. В кружке стоит Милик, бьет Феникса. Вот я стою. Сейчас на себя еще звезду дам. Вот я стою, бью. Начался каст. А, сейчас где у меня нахуй макрос? Вот. По слову атака, в конце каста перьев, то место, где ты стоишь, туда прилетит перо. Смотрим, куда оно прилетит, если я выбегаю. Ясно? Ясно, нет? Это совсем для тупых. Ну ебать. По слову атака закончился каст перьев. И то, можно где можно я еще на... раз? Я не... И то, где я находился, там окажется лужа. Еще раз показываю. Как надо выносить лужу. Да не про это я, блин, говорю. Это все понятно, блин, что там лужа, когда каст кончается, там лужа появляется. Это все понятно. Просто я про то, что когда... Когда Феникс кастует каст, когда он крутится, ё-моё, я делаю движение сразу влево, там, блядь, на 10-15 метров. Но мне написали, зачем ты так делаешь? Потому что он кидается туда. Нифига, когда он начинает каст нести, он кидает в то место, куда он кинулся. Ну, уже начал каст вести. Ну, каст начинается, он кидает туда. Да, чувак, ты просто себе могилу роешь, не продолжай. Я не могилу, просто до этого я не умирал, а потом мне сказали, ты секунду подожди, и пипец, я начал дохнуть. А до этого не дохнул. Да ебать, да ты залагал просто нахуй все. Ты раньше этим подставлял других людей в рейде. Ну передвиньтесь, ё-моё, чё, сложно передвинуться, когда каз видно. Там а сделать... Тебе сложно... Тебе сложно, блядь, бегать со всеми вместе или что? Нет, не сложно. Так бегай вместе. Там время секунды. Понимаешь, есть. Когда будут мили ДД и РДД разливать лужи, где попало, хилы бегут сзади всех и оббегают вот эти лужи по кругу все. И никого не хилят. Я проблем не увидел пока. Ну, вот так у нас чернотролль ну, пару блин, раз упал. Ты не видишь, а я вот вижу, я бегаю вокруг луж. Чернотролль, ты понял, как перья падают? Ну, я просто в внутреннем кругу нахожусь, может, из-за этого я проблем не вижу, я не знаю. Давай. Давай, просто на босса фокус, каст кончился, ты уже бежишь, не останавливаешься. Как только увидел. Тебе просто везло, ну, что в тебя не летело перо. Один всё, раз. Роты выпили. Кого нету на число, поехали. Никто после этого пула не встает. Кто встанет, тому сразу мучишка. А если забуду? Память заодно проверим. Каст. Вред как доктор. Вот сейчас в тебя перо полетело, ты побежал. Ну стоите в луже. Шиноин, Меликс, Локи, Шамагол по 2 стака.
Раз. Два моба бана от здесь 400, все нормально. Чем ты ставил? Крот. Твади. Каст. Забрал. Что-то мне стали стать, у меня 18 уже. Секунду спала. Че? 21 стак, блядь. Нахер поймешь. Пускай доходит. Никто ничего не делает с мобами, пускай доходит. Ничего не делать с мобами. Пускай третий заберет. Ну зачем, блять, вы делаете? Говорю, никто нихуя не делает с мобами. Хотела раздавать. Пятнадцать секунд заберу. Дальний в контроле, ближняя пусть доходит. Проводи. Коник, когда хуя урона получаешь. Забираю босса. Каст. Все, этих отпускайте тоже. Раз. Моба. Сегодня по боссу ревностно ушел. Выберешь? Отведи. Пускай два доходит. А босс активнее все играем. Минус кават. Бля, чё тебе сложило-то? Воеркман, народ. Быстрее. Да. Минус я. Забери войк. Народ, воерковато, быстрее. 5%. Мотивол у меня быстрее, босс переводите. Мочевола меня жена поменяла, все.
Выхиливает сирень. Быстрее внизу не останьтесь. 2 секунды. 1, 2. Просите рит. Бафы, дайте нас баф. Прожмите. Про Геру-то не забудьте только. Просильте людей, блядь. Почему и все не на фул? Геру сразу дали, уже, блядь, эти. Вы да я. Не жду. Нет, слабость. Кого-то фир. Не забывай, что перед там что атаковать там осторожно. Сфернет с платформы, сдох. Вернитесь. Протил кого-то. Вот почему там нету протила ебучего? Контроль мобов. Мобов. Ну, Феникс пиздит. Какой тебе Феникс? Кого-то? Который кого-то. Поднимите кого-то. Кто-то мотивол, подними кого-то. Ты ж там стоишь. КД. Вот ты поднимала. Тебя же люди. Наверное, тайминг попали с женой, наверное. Видите до конца. Каст. Сейчас 5 мобов было или 10? Ебать. Что это молот? Да хуя мобу. Зол поебану. О, сука. Теперь мой вопрос. Видите, почему у одного, блядь, столько снято, а у второго столько? Почему, блядь, в одной группе снято, блядь, 70%, а во второй группе снято, блядь, 30%? Потому что ДПСеры разные, потому что сдохли, потому что диспелили проклятие. Там, короче, на вторая слева, которая накидает дизарм. И те, которые там стоят мелики, они, грубо говоря, вообще дизарм, ничего. РДД, я чё? Кава, ты чё ты сдох вообще? Не прохилили, вообще не хилили. Я уже и включил печать света, и... А кто похил по себе? Посмотри, кто хилил тебя. Кто там ставки хилы? Там шамал, блять. Кто там должен стоять? Шамал. Кто там стоял вообще? Справа на платформе, кто скидал? Шамагол, Мосс, ну и Элбрил, по идее. По кого-то 14 секунд не было прохил. Почему ты кого-то не хилил? Я стоял в звезде. Сила бездны, где стоял. Блять, ты хочешь сказать, мы без хилов были вообще? Ой, блядь. Я уже все сейвы и все отдал, чтобы подольше продержать. Блять, вот скажи, ты нормально шумоводал? Кому, блять, я объясняю перед полом всю эту хуйню? Лёх, мы должны были стоять здесь, где Шамагол, я и Моса, и Матиола, вот их меняли. Матиола слева, там меня налево поставили. Ну, потом поменяли, когда, потом Моса поставили в звезду, потом еще кого-то. Вместо Моса сила бездны, по идее, должен. Да, я хуй знаю. Ладно, кто справа стоял, давайте по силам. Я стоял в звезде. Ну, вот сила бездны правильно пошел. Где ты сейчас звезду видишь? Я не вижу. Нас. Вот на вот этом входе забегал и на первой платформе стоял. Чё?
Ты лагаешь не почему? Сейчас. Почему три хила не хилили танка? Так, рыбку поставлю. Первый танк без хила, блядь. В три хила можно бы было, блядь, прохилить танка или нет? Хаваем. Ну, в чем, блядь, проблема? У Тиола с правой стороны стоишь. Хорошо. И лобезно с левой. А вы вот хилы слева, вы не достаете до меликов или как? Просто ну, когда, блядь, середину нахуй заливают, мне приходится влево отбегать, и я не всех достаю справа. Я хилю всех, кого дотягиваюсь. Просто по мне с Радваром, я вот сейчас смотрю, тоже не было прохил. Вообще. Меня ШПшка держал, все. Я достаю по пианисту только частицей. Нет, я про левую говорю. Ну, просто кто-то умный, блядь, начинает выбегать на середину платформы, на край, где стоит хил, выносить перья. Так блядь. А вам, сука, не говорили, что ли, блядь, выносить к стенке, блядь, перья? Или что? Как да можно... Это пиздец просто, блядь. Надо каждого за ручку персонально. Каждый раз найдем те же грабли. Да я просто подумаю, блядь. Человек 5 кликнул среди с гильдии, чтобы я больше не ебался с ними и все. Типа, ну а толку от них? Каждого, блядь, надо по 1000 раз объяснять. Я ж не попугай тут сидеть, блядь, 1000 раз объяснять одно и то же. Я тоже так же думаю, нахуй кикай их с гильдии. Ну типа смысл от них в дальнейшем? Кого нет? Все здесь, поехали. Сопроты перепили, нет? Поддевать их тоже смысла нет. Так что можешь сразу нахуй. Блядь, легкая механика, ничего сложного, блядь, нету вообще. Где, блядь, за тупые ебучие, блядь, не могут встать на место, блядь. В точку, блядь, одну просто не могут встать. Не могут просто хилить танком. Вот. В чем сложность перебежать, блядь? Правильно, блядь, шмотки, чтобы вот так вот сидели тут я не могли, блядь, или что? Ближние пускай до дальних контроль. Ну, будет контроль. ОБР есть. Когда? Монара твой ОБР будет. Войки СС хоть вешает или нет? Нет, пусть лам хотя бы. Нет, никто ничего не вешает. Да, он был вешан. Что вы не отведите? Пиздец. Ложимся. Чпоньк. Баба, ты что там, споткнулся, что ли? Тяжко, нахуй, вот так вот.
Да чуть правее стояла трейда, понял, прыгнул и, блядь, там столько перьев. А ну видишь, фаза еще. Давайте перку растем. Тут хантам разве не чтня? У хантов, по-моему, самый большой рейнж в атаке, а не терминатор, Лёха. Лагаешь, Лёха. Лопа, со всех пулов. Слабых отсеев. Лёха, ты терминатор. Понятно, Лёха, не надо, я не слышу. Семь лямов в ШП нахилил, семь лямов. Почти перехилил Эрдру. Ну, тот Эрдру у нас вышел уже давно. А, да, точно. Ну, почти каждый пул по ляму. Нелик, жаль, что это не твоя заслуга, да? Угу. Мне бы побольше хила. И не на пати, а на рейд вообще бы идеален было. Напиши. Я слышал нормально. Да, да, нормально. Этот, за пару пулов, вот сейчас еще будет пару пулов, скиньте мне. Я сразу слабо вкикну в гильдию, чтобы, блядь, понимать, что они нахуй не нужны в гильдии. Опять терминатор. Кто не диспелит, кто, блядь, не ДПСит, кто, блядь, хуйней страдает, кто дизморалит, блядь, и тому подобное. Пацаются раздаваки тоже. Рыбу ставишь или ставить? А, стоит. Стоит. Раздавака, если ты не хочешь сюда ходить, просто, блядь, выходи нахуй из гильдии и, блядь, ходи с пугами. Да он угорает просто. Не, он хочет, он просто приколист такой веселый. Рядовой шутник. Рядовой шутник. Раздавака не понимает, как он меньше своего тотема ДПСит. Блять, я не убью этого босса ебучего. Если, блять, не будет 25 тел желающих, и, блять, нормально ДПСищих, и, блять, нормально понимающих. Да, с ДПСом, в принципе, так как бы нормально. Эдуар, где? Блять, тут даже не дело в ДПС. Тут, блять, дело просто в том, что, блять, некоторые вообще не понимают, что от них требуется. Сколько, блять, надо пулов, чтобы народ врубился насчет второй фазы, блядь. Уже. Опять. Лапу, дай. Тысячу пулов. Ко второй фазе пора привыкнуть уже. Давай, дай кулак. Еще раз проеб. Поехали, все готово. Класс.
Диспел, пожалуйста. Он приоритетно диспелит. РДД? Да. Класс. Выпустите. Через 5 секунд забирал. Я полтора забрал только что. Скажешь, когда закончил. Все, забираю. Все. Пять мобов появилось на контроле. Нормально. Я понял, как это можно сделать. Кого, что кого? Пять мобов. Как? Еще пять мобов появилось. Не трогайте их. И как? Там обычно. Кат. Бить. Пять секунд. Быть ты лагаешь. Че, лагаю я? Вроде нормально. Один, два. Пора один. Дал, слышу. Не надо. Да ладно, пусть. Прихиливайте, что вышка есть. Пускайте мобов. Пусть идут. Прохил. Забираю. Вот. Меня просил. Каст. Давайте активнее по боссу. Вот этих мобов надо слить и потом база, чтобы... Вышки нет, смотрите осторожно. А, нет. Да нет, тут потиху, потиху. Тройте мол.
Просто ДПС типа больше больше. Можно маны какой-то. Каст. Раз 5 мобов будет. Жены Нины. Хил меня. 6%, 5%. Перевели. Пускай. 100, это дайте банк потом. Карты, да. Прохиливайте. Сейчас будет взрыв, так что прохильте его. Этот, отпустите богу. Можете же, да? Нет, с РНЖ не получится, надо 30 метров. Вол, ты серьезно, блядь, перебежать не можешь? Сука. Я в ахуе. Вера. Фир, увы. Вы там вдвоем. Мотивол и Элбрил вдвоем. У кого-то ярость. Если ты мотивал дотянешься, может поднимешь амаволок. Стоп касту монорота, дизарми пианист. Он где? Справа, слева. Каст! На вершине ебу, где он, блядь. Где Геру Давада надо? Чё за хрень? Все, мам, появились, контрольте, мама. Забывайте эфир у Войта. Отвернули. Бейте, бейте. Просил коник. Сдаваку. Сдаваку, блять, осторожно. Каст или верните. Просил, разарился. Чего мы пустили? Потому что у них одновременно кончились контроли у локов. Никто не отпускал заранее. Редвара просил. Харада диспель. Редвара, блять, подхилька. Хилим, хилим, хилим. Меня можете там отпустить на время. Контроль. Брошу, короче, баблом сейчас, так? Против моба. А сейчас три зайдут. Ба. Ебать. Все, блядь, хуйня. Сколько там зашло у вас мобов? Три. Че, трех мобов есть рейд дал? Да. Ну там не весь рейд, там, короче, в начале у трех локов закончилось одновременно контроль закончился. И там убило, по-моему, двоих, там трех нет. Обновить, блять, нет. Ну, блять, они другим заняты. Короче, вот. А потом у нас три моба зашло. Сколько снесли двоим? Сколько снесли, блять, слева мы играем? У Войда 10 лямов оставилось. Процентов 60, наверное. 60% снесли. Звездочки, я так понимаю, вот звездочка, да? Ты там стоял? Нет, там монород стоял. Там монород стоял. Мы черепи стояли. Мы на третьей стояли. Печеньки там, да? Печенька. Да, да. 72% у монорота было хп у этого, у мелкого. У нас осталось. Мы без Геры. И у нас, блядь. Я давал Геру слева. Да? Была Гера. Окей, окей, все, извиняюсь. У нас даже там была слабость. Была слабость, я там по 1000 дамажил. Мне надо ловить другой, тогда уже дебаф лучше будет. А как ты его ловить будешь? Ты знаешь, как они ловятся вообще? Ну, вроде как лежаешь. Я под спринтами быстренько вернусь обратно. Нормально вообще, скажи. Ты пиздоболее все. Ты нормально? Ты видишь, что там на дебаф повешат на минус физ урон, и ты под него лезешь? Отойти, блять, можно перед этот, перед получением дебафа? Ты как куда отходить? Ну, окей, дальше за РДД зону зашел, блять, на пару секунд. Дебаф получили, подошел обратно.
Так, а я... тоже надо, так, а я стою нахуй на одной платформе, а с меня с крайней платформы, с первой или с четвертой кидается нахуй ярость. Так что хуй знает, что вы там, блядь. Подходи, не подходи. Ой, короче, ладно, сейчас по-другому. Блядь, ну это, наверное, будет еще сложнее, блядь, для некоторых. Тут пиздец. Локи, поставьте там свои эти огурцы, чтобы люди на перебежке подхиливались камнями, жрали. Короче, фьер похуй. Там, в принципе, нормально бьется. Это с фьером у тебя же был, Лой, да? Да, у меня с фьером был. Вы понимаете, что, блядь, люди, там, где фир, блядь, снесли 70%, блядь, ему. 14 граммов снесли. Блядь, ну, этот. А там, где был, блядь, этот, сука, минус физро. Ну, а физ ты хотел? Смотри, я со второй платформы съебался на третью платформу к Войду. Вот мы и снесли ему 70% хп. А чё ты туда съебался? А, на втором там, короче, дизарм кидался. Я думал, то, что опять дизарм будет кидаться, снимался. А я думаю, почему же двор возле нас? Думаю, что такое? Охуенно. Блять, ничего, что надо, блять, параллельно дамажить двоих, а ты съебываешься. Не, ну вы, блять, охуенно поступаете. Хаваем руку. Вам говоришь бить, блять, определенные цели, вы съебываетесь. Охуенно. Нахуй тогда вы, блядь, сюда пришли, если вы, блядь, просто не можете делать то, что вам говорят. Гриб, хала, скиньте рыбу, мне... что ты там бегаешь? Этот, скиньте мне урон, короче, кого-то урон по мелким посмотреть просто. Такие лаги. Это по мелким, да, урон? Да. Умер. Охуенно. Два с чем-то ляма, третьему, хотя эти два ляма должны были... Ну смотри, блядь. Лёха, вот смотри, вот который, допустим, Феникс кидает дизарм, блядь, какой смысл миликом-то стоять? Там милики вообще бесполезно, просто стоят и ебалом щёлкают вот за это. Сейчас там был стоп-каст. Ну, блядь, прибежал, увидел, что дизайн, ну, блядь, я хуй знаю. Причём там стоп-каст сейчас был, понимаешь? Там был стоп-каст, блядь, даже не дизайн. Дизайн у Лёхи был. Дизайн у меня, блядь, был. Того, кого вообще никто не бил, блядь. Стоп-каст миликом вообще до пизды. Дальше. Делорус нормально. Мозер нормально. Библ. Чё в Библ так мало урона, блядь? Не знаю. Он, наверное, тоже такой поймал. Чё у гриба так мало урона? Понял, на слабости, короче, они отворачивались, там Локи. Ну, там многие кто отворачивались. Так, стоп, 9 ДД, блядь, окей. Где остальные ДД вообще? Что они вообще делали? Один лям не могли даже нанести. Раздавака лям, потом... Не, я вижу, первые 9 ДД нанесли лям, типа лям и выше. Некоторые дамагеры нанесли 2 ляма, блядь, некоторые по ляму, а некоторые вообще меньше ляма, блядь. Да, что вы делаете? Там, допустим, вот кастеры, которые тут стояли, раз там стоп-каст словили, это, считай, 3-4 секунды кика, он ничего не может кастовать, поэтому минус урон. Это от пула зависит, кому какой попадется и как человек реагирует, там, отворачиваться или стопать каст, или что, или еще какие-то приколы. Кому-то не, ну что, отворачиваться, я думаю, блядь, что отворачивается, я думаю, это несложно вроде сделать. Ну как несложно, люди перья даже ловят на первой фазе, умирают. Как несложно? Конечно, сложно. Блядь, короче. Ты бьешь определенного мелкого, окей, там, типа, стоишь, просто его хуяришь. Тебе больше ни зачем не надо следить, как только за ним, блядь. Ты бьешь его, блядь. Этот, идет крик Феникса, отвернулся, блядь. Нету крик Феникса, дальше бьешь. Там вот этот промежуток времени до 10 мобов. Там мобов даже контролить, блядь, не надо. Там 5 мобов всего лишь появляются. Ну, типа, ладно, там бан кинул, 3 бана банально. Кинули, 3 лока, отвлеклись на секунду, 3 бана кинули.
И все остальное время ты просто стоишь, дамажишь. И смотришь только за костами Феникса, типа крик Феникса. А перья тебе анонсят. Типа перья, ты, блядь, грубо говоря, слышишь, поворачиваешься, бежишь, блядь, эту лужу выносишь и смотришь за таргетом, блядь, мелкого. Все, блядь, больше никуда делать не надо. Тебе просто надо стоять бить и отслеживать крик Феникса. Это все здорово, теперь надо это другим людям в голову вложить. Понимание этого. А кто там ниже вообще по домам? Меньше 9 этих человек. Я. Да не стоит этот пул по мелким смотреть там. Это рандомный пул просто. Может дизарм кто-то словил, может еще. Он в другой пул может дать, допустим, больше там, кому как повезет. Если будешь ДПС смотреть, смотри ДПС уж по боссу на первой фазе тогда. Там я бы вообще рекомендовал. Да при чем? Тут время. Понимаешь, тут важен ДПС на второй фазе. Почему? Сразу видно, кто, блядь, может отворачиваться, кто не может отворачиваться. Типа там люди сразу это видно. Феникса бьют, не знают то, что он кастует. Им нужен анонс. Будет анонс, они уже, скорее всего, возможно, не будут тупить. Конкретно, так, блядь, где они бьют? Я все сказал, нахуй. Я пока он кастует 15 секунд, это говно. Я говорю, увой дефир, нахуй. У пианиста, блядь, дизайн. Нет, нахуй. Другая метка. У нас-то нормально же все с фиром. Какая метка? Я все назвал. У вас, там нахуй, была проблема, слабость, что нахуй. Люди не дали. Слабость. Одного 70, второго 30. Ну вот он, полноценный получается этот. Но затупили, пиздец. Типа, блядь, я хуй его знает, как вы так затупили, что, блядь, у одного 30, у второго 70, до 10 мобов получилось. Но опять же, до 10 мобов надо, чтобы у них по 40, по 30% оставалось, двоих. Ты чё, будете дальше? Потому Лёха, у нас мобов наберется 4 человека, которые станут по разным этим фениксам, которые будут корректировать, подсказывать людям, нет? Да. Конкретно сейчас каждому за собой смотреть надо. Тут не получится так, что кто-то что-то будет говорить, блядь. Да, потому вы что вы должны прибежали, начали бить, блядь. Тут танком самим надо отслеживать. Тут, блядь, хилам тоже самим надо отслеживать. И крики тут происходят одновременно. Так. Они одновременно крик происходят. Крик, да, одновременно на всех. То есть крик я могу еще проносить, блядь. Но опять же, когда ты начинаешь смотреть за другими людьми в лидер, где кого прохили, где какой БР дать, то не всегда у тебя крик есть время проносить. И плюс еще за контролем приходится смотреть, еще раз даю. Короче, поехали. Вам тут, блядь, не заэрелит никто, нахуй. Вы либо смотрите сами, либо пиздец. Ну, короче, хотя бы фир тогда озвучивайте, он как свой сказал, что я старался фир, в него фир не смотреть. Фир у усталости, фир у усталости. Увидели, где Феникс усталость, все, нахуй, смотрите сами крик. Не ебите никому мозг. Все, поехали. Так, это завтра КДшки сбрасываются, да? Да-да-да. Завтра опять целый день хуярить. Хотя тут нечему сбрасываться, блять. Все равно босс не убить. Надо продлить КД. О, анкил, офигенно. Три человека, и пончик, анкил, локи. Какой ты КД хочешь продлить? Вот это. Так его нет. Ничего не убили. На все рейды. Если продлевать, то вторую фазу продлевать. Поднимай анкила. Первую фазу убиваем, вторую продлеваем. Всё, хватит. Дайте бафы по анкилу. Закиньте там ему, блядь, баф. Не забрал. Ой, блядь, в смысле не забрал я? Контроль. Всё. Одного за контроль. За контроль тебе. Всё нормально. Ебать, всё выезд. Да, мой красава. Бля, красава, одну кнопку нажал. Ну, блядь, зато как. Каст.
5 секунд забираю. Пускайте что-то на кого-нибудь. Ну, пиздец. Подними, монорог. Все, бля. Дайте, блядь, СС по друидам. Каст. Дайте стамину общую, а то у меня слетела кнопка. Коля. Сокры нет, хуй знает. Забирай. Хил. Ложек только не стоит. Ближняя пусть заходит. Молоди. Не надо замораживать. И точечный контроль. Еще пусть идут две. Вам могут доходить провидцы, а то сейчас взорвутся 4. Хорошо. Убираю, босс. Раз. 16%. Вылупились. Сильнее по боссу. Пускать нам потихоньку. 10. Босс. 3 идут. 9. Сокры нет. 8. Дайте иннеры. Ой, захиливайтесь, бля. Захил. Фаза. Фаза. Мобы взрываются. Хититесь. Охуенно, я завис тогда. Завис не у вас? Да не. Вроде отвис. Умри. Я сдохну, наверное. Бабл нажми. Море. Нету бабла. О, нет. Сука. Чё, БРник нет? Далеко? БР есть же, наверное, подними, если есть. Я внизу лежу.
Рассеивание. Войда дизарм. Кого-то ярость. Колбайер остался. Со всех друидов Колбайер. Фирума народа. Ступка ступенист. Дурмёк. Знаю, но тебе должен быть БР. Подними, блядь. Внизу платформу лежу. В смысле не вижу? Спустись к первому, подойди, блядь. Первому, первой платформе слева, блядь. Просто к Фениксу подойди и там БР. Ты же не бежишь в этом направлении, блядь. Вон тебе линкую даже на мини-карте. У нас дизарм в Войда. Ну, он нас запиздил, короче, Феникс. Есть стать? Да. Давай. И тут же пизды получили. Да, блядь, все пизды уже получили. Блядь, жена только прибежал. Серьезно? БР, дай, блядь, что ты там стал? Да не надо уже БР. Зачем? Весь вид сдох, нахуй. Что-то мне вообще кажется, вот это то, что мы делаем, это бред. Надо, короче, на определенного Феникса свою пати создавать. Потому что, блядь, тут не подамажит, да нихуя. Сейчас было бы нормально, блядь. Ну, просто, видишь, Лёха залагал, и началась хуйня. Я делал не в этом, понимаешь? Там да даже, вот смотри, жизнь, втором, на втором мобе ярость, допустим. Ну. А чё вы там проносите нормально? Потому что ты, как бы, бьёшь его, да, и получаешь этот дебаф. Чтобы не получить этот дебаф, тебе он, надо, блядь, да. Тут ну, надо, короче, на определенных мобов свою пати, блять. Похуй, типа, даже РДД будут они. Ну, я тоже думаю, что лучше разбежаться на первой фазе, перебежать под своих фениксом всем и да, уже это каждый туннель. Ебать, как, ну, что ты хочешь? Ты, блять, хочешь каждому, блять, фениксу поставить 5 человек? Вот смотри, допустим, на который кидается, да, допустим, ляпа. Например, вот тебе дизарм, да? Туда ставить типа РДДшку с хилами там и с танком, да? Который, допустим, если кинется дизарм, там миликов нету, в принципе, вообще похуй. А не начнется хаос, пока каждый посмотрит, кому чё куда бежать, да, причём тут это? У вас ДПСа не хватит, вы нормально? Да. Во-первых, ДПСа не хватит, а во-вторых, у вас танки лягут. Блять, на момент, танки уже ложатся на момент того, как появляются вот эти 10 адов, блять. Что вы делать будете без танка? Тут же да, вылазит топ Феникс. Появился, там нет времени ждать и смотреть, куда кто выбежит. Короче, я тут думаю, блять, мне кажется, все-таки зергать надо первого это стопудняк. А вот как уже, какая платформа и кто будет освобождаться? Ну, вот смотрите, получается так, это чистой воды рандом. Если нам типа повезет, мы убиваем двух фениксов, если нет, так нет, короче. Там, короче, надо слить одного стопудово зергом и уже потом делиться нахуй после этого. А вот так правильнее, да. И желательно, чтобы он с первого сфера. Желательно, плать. Чтобы он с фером был, это, сука, вообще огонь. Тут видишь, как это делали тут рандом. Тут можно и по этой тактике, блять, убить двух сразу, если будет на одном кик, на другом фир, блять, и не будет на нужных людях этого дебафа на агро. И дизаром никто не будет получать. Да, вот тут есть один маленький нюанс. Тут есть один маленький нюанс. По этой системе, вам не обязательно бить, блять, допустим, двух посередине. Тут еще можно выбрать. То есть вы можете, грубо говоря, бить, блядь, который на краю стоит. То есть кто освободится, типа, если я даже освобожусь, то я пойду...